Всем бонжур! Сейчас я нахожусь в старом городе. И вчера я увидела, что у нас на Ратушной площади поставили очень красивую экспозицию из елок. Ее выставили в виде василька. И мы очень хотим посмотреть на этот лабиринт из елок. И сейчас я вам покажу, насколько у нас красивый город. Сегодня всю ночь лил дождь, поэтому сейчас от снега вообще почти ничего не осталось. За городом, правда, он еще есть, но зато в центре вообще ни следа. Ой, как здесь красиво. Смотрите, как здесь красиво. Вообще, мне безумно нравится. Это волшебная атмосфера у нас на Ратуше. И, скорее всего, это елочки, которые стояли, да, по всему городу. И их просто сюда собрали, чтобы не выкидывать, и сделали такую экспозицию. Смотрите, здесь... Ой, смотрите, дорогой Дедушка Мороз. Вся моя семья, близкие, друзья будут здоровы, счастливы. Будут много путешествовать. А тебе, Дед Мороз, здоровья. Смотрите, какой ребенок написал, чтобы Дед Мороз тоже был здоровый. Не только о себе подумал человек. В общем, ребят, очень здесь красиво, поэтому советую прийти. Это будет инсталляция, по-моему, 2 или 3 недели было написано. Поэтому вы еще успеете. Очень, очень, очень классно. И сразу как-то даже настроение поднимается.